У нас в гостях певица Анастасия Макаревич со своей сестрой Варварой и сыном Матвеем. Встречаем! Как вырос! Большой жених! Как в вашей семье обычно встречает Новый год? В нашей семье, наверное, это самый любимый праздник. Я думаю, как во многих семьях. Ты любишь подарки? Очень люблю. Очень. У нас все повелось еще с бабушки. Любовь к Снегурочкам, Дедам Морозам, потому что бабушка была почетной Снегурочкой, дедушка у нас работал в Софракте, и бабушка с ним ездила по всему миру. Она была Снегурочкой в Индии, и в Китае, и в Норвегии. Потом это передалось мировая нам Снегурочка свадьбой. Прямо. Мы уже были Снежинками. У меня был такой шикарный костюм Снежинки. Потом у меня был тот же самый шикарный костюм. Да, все передалось Варке по наследству, и костюм Снежинки тоже. Мотя, ты кем у нас был? Я был гномом. Гномом, и мушкетером, это я тоже помню. Скажи, пожалуйста, а ты готовишь подарки? Ты-то понимаешь, что ты любишь получать, а готовить делать мы подарки? Даже можем показать. Вот так. Мы с собой принесли. У нас есть такие замечательные традиции. Во-первых, писать письмо Деду Морозу. Вот тут еще есть Варькины письма, мои письма. Если интересно, даже кусочек можно зачитать. Да. Это твое первое письмо? Это мое первое письмо. Давай, с твоего. Здравствуй, Дедушка Мороз. Как у тебя дела? Как ты поживаешь? Наверное, сейчас вовсю готовишься к Новому году. Я тебя очень жду. Мне очень хочется иметь фотоаппарат, игру «Морской бой», скейтборг, доску для катания. Если ты не знаешь. Если он не понял. Да. И тут еще перечисление, много-много подарков. У меня родилась маленькая сестренка. Она очень смешная. Принеси ей какой-нибудь маленький сюрпризик. И у Матвея точно такое же письмо. Здравствуй, Дедушка Мороз, я Матвей. Помнишь меня? Я тот мальчик, у которого была красивая елка с золотыми сосульками. У меня родился маленький братик. Принеси ему маленький сюрпризик. Я весь год вел себя хорошо. Мне, пожалуйста, лук и стрелы, самолет на резинке, гоночные машины. Маме прекрасное платье, папе новые часы, бабушке красивые туфельки. Слушай, какой заботливый ты парень, обо всех позаботился. И вот у нас есть множество открыток, которые тоже вот мы дарим друг другу. Это Мотька рисовал мне, это еще я рисовала. Вот 1987 год. Я вот рисовала открытку такой маме с папой. Варя, а вы зачитайте свое письмо. Давай. Да, я тоже просила подарки всем родственникам, чтобы никого не обидеть. Себе попросила мягкую куклу. Хочу, чтобы у нее была одежда, платье, пижама, комбинезон. Принеси мне, пожалуйста, еще кеды, то есть кроссовки, но без всяких роботов, а с Барби, с красивой Барби. Ой, какие девчонки. Ну, конечно, я не обошла вниманием родителей и сестру. Принеси моей маме драгоценности и обруч. Насте концертный костюм. Папе более скромно, черные носки и трусы. Продолжаешь писать письма или ты в интернете что-то пишешь Деду Морозу? Нет, я продолжаю писать письма. Прям письма? На бумажке прямо? Вот прямо да, на бумаге. Сам пишу. Вот поэтому он тебе приносит до сих пор подарки, между прочим. Да, чтобы в интернете не разбирается. Вы представляете, ну хоть есть что почитать. Вот как раньше. Мы тоже иногда садимся, читаем письма и действительно, вот все-таки интернет. Да, сейчас очень грустно, когда не ждешь. Ну сейчас письма. Абсолютно, вот сейчас правда прочитать и нечего вспомнить. Ни одного письма дочки нету. Да что ты. Ну твои письма все сохранились. Ой, ну хоть свои дети. У вас есть сейчас возможность поздравить близких своих с Новым годом. Мамуль, ты всегда просишь, чтобы мы передали тебе привет. Наконец вот. Мы передаем все вместе. Все вместе поздравляем тебя с наступающим Новым годом. Пусть, ну, Новый год — это волшебный праздник, так что пусть все мечты сбываются. Мы тебя очень любим. Ура. И всех родных и близких. Ну и, конечно же, песню. Сегодня же праздник. Конечно. Подари нам песню. Подарки вам, наши новые песни. Может быть, где-то когда-нибудь позже, но не теперь, скажешь ты на прощание, тихо закроешь дверь, и зачеркнут наши имена ангелы в небесах. Разведут тебя и меня стрелками на часах. Падаю вверх на миг, где-то между да и нет, семь тысяч имен любви. Только моего ко мне. Падаю.
позади. Где-то между да и нет 7000 имен любви. Только моего там нет. Время сотрет по родинкам в памяти все черты и приводит в пародию все, что любили мы. И наши жизни разделятся снова на два пути, чтобы когда мы встретимся, мимо друг друга пройти. Подарю ветки на вид, где-то между да и нет 7000 имен любви. Только моего там нет. Падаю вверх на вид, где-то между да и нет 7000 имен любви. Только моего там нет. Где-то между да и нет 7000 имен любви. Только моего там нет. Падаю вверх, лови. Где-то между да и нет 7000 имен любви. Только моего там нет. Пришли к нам в гости. Спасибо. Поделись вам с нами своими семейными традициями. Мы желаю вам рады. Счастья, желаю вам любви, много-много радости, творческих успехов, а тебе успехов в футболе, а тебе мужа хорошего. Спасибо. Спасибо.